беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Тайкус Финбай. Чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что по дружбе. Я Валериан Мэнкск, владелец фонда Мёбиуса. И ваш наниматель. Назови мне хоть одну причину не убивать тебя. Я могу предложить вам то, о чем вы всегда мечтали. Шанс спасти Сару Керриган. Артефакт, части которого вы собирали, создан Зелнага. Используя его, я смогу построить приспособление, которое обратит вспять действие мутации, превратившей Керриган в королеву клинков. Вы единственный человек, который знал королеву клинков и до сих пор жив. Вам известна ее тактика и стратегия. И я знаю, что вы рискнете всем, что у вас есть. Лишь бы вернуть прежнюю Керриган. Чар, если бы ад существовал, он был бы здесь. Океаны огня, тектонические штормы и атмосфера, сжигающая человека заживо. Но мы все предусмотрели. Поведение зергов нельзя предусмотреть, генерал. Они не впишутся в ваш стройный план. Прибыли, как только смогли. Спасибо, что спасли. Надеюсь, вы тут не одни. Генерал, у меня всегда найдется туз в руке. Не забудь. Это было не так уж и сложно.
Мы в самом центре ада. И до сих пор живы только потому, что держимся друг друга. Не знаю, что вас вело, слепая удача или храбрость. В жизни не видел, чтобы паре оболтусов удавалось провернуть нечто подобное. Возможно, эта штука остановит королеву клинков. Нам придется пролить немало пота и крови. После всего ада, через который мы прошли, я знаю одно. Мы можем положиться друг на друга и вместе добиться цели. Или погибнуть, если такова будет цена. Thank you.